Всем привет! Небольшой такой обзор со строительства одноэтажного каркасного дома 130 квадратов в городе Ахтубинск, Астраханская область, в городе Волгограде и по области. Данный дом одноэтажный с вальмовой кровлей. Дальше будет и чаепица. Сейчас по кругу покажу. Первый этап работ выполнен. У нас черновая отделка USB 12 миллиметров, фундамент винтовые сваи, обвязка 150 и брус, лаги полов 200 на 50, перекрытие также, и вальмовая крыша тоже, конструкция из доски 200 на 50, обвязка брус 150 на 150 отработанным маслом. Прошлись. Сейчас внутри расскажу по планировке. Очень компактный дом. Вот крыльцо. Заходим. У нас тамбур. По низу видно будет. Вот контур как завершается. Довольно такой немаленький, просторный. И у нас дверной проем. Заходим. Вот 2 метра шириной холл. По левую сторону у нас здесь гостиная зона с кухней, с выходом на веранду. Она открытая. Сейчас покажу еще веранду. Она 5,5. Ну, это грубые расчеты. 5,600 надо на самом деле. На 3 метра. Кладовая комната рядом с кухней. У нас тамбур. Вот по эту сторону здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 комнат. Из них 2 санузла. Там просто не поймете, сейчас не зашито ничего. Сейчас непонятно так. Единственное, что здесь у нас идет техпомещение, бойлерная, котельная, как удобно. Спальня по левую сторону, она хозяйская со своей гардеробной и санузлом. Кабинет и еще одна спальня. Хотел бы подчеркнуть одну деталь. Наши видео не несут характер обучающий. Это просто мы показываем, как мы строим. Нам не интересно, как вы строите, хотите одной ногой подпрыгивая, как с критики там иногда свое мнение говорят. Есть конструктивные моменты, которые вот если люди делятся, там подсказывают, мы пользуемся, мы же тоже не дураки. А в целом наше видео, характер нашего видео, показать наши объекты. Сейчас покажу еще крышу. 1000 строителей, 1000 мнений. Первый капельник конденсатор, к ней приклеена гидроизоляционная пленка. Видно, не видно, но не оторвешь. Здесь, напомню, будет гибкая черепица. Так, залезу самый верх. У нас обрешетка полностью готова. Здесь настил будет USB 12 миллиметров, также две яндовые. Первое на крыльцо, а это на веранду.
жарко очень, воздуха нету дышать, 40 градусов также. Вот так выглядит наша крыша. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Волгоград, работаем.